И еще о ремонте. В некоторых информагентствах появилось сообщение о том, что в этом месяце завершатся все работы на коммунальных магистралях Алматы. Но эта информация оказалась некорректной. Сейчас в мегаполисе сразу на 9 участках идет реконструкция магистралей. По графику срок завершения сентябрь. Для этого из бюджета выделено несколько миллиардов тенге, так что денег хватит, чтобы заменить устаревшие трубы на новые и качественные. Сейчас реконструкция теплосетей проводится в 3 районах города, и поэтому на отдельных улицах ограничено движение машин, но другого выхода просто нет. Тахмина Малдыбекова расскажет все подробно. Реконструкция уже давно изношенных тепловых сетей – дело для коммунальщиков привычное. Ежегодно, как только заканчивается отопительный сезон, в городе разворачивается грандиозное строительство. За сезон в мегаполисе удается капитально отремонтировать порядка 20 километров теплотрассы. По городу Алматы протяженность тепловых сетей составляет 1134 километров. Из них 70-73% в изношенном состоянии. Мы каждый год планируем 20-23 километров реконструкции этих магистральных тепловых сетей. К 2025 году количество уже отживших свой срок теплотрасс будет сокращено до 50%. Между тем, подрядчики утверждают, что нынешние трубы отличаются от постсоветских своим качеством, изготовленным по уникальной технологии. Специальные провода, соединяющие стыки теплотрассы, напрямую связаны с системой, которая встроена в сеть. Провода для чего соединяются? Потом прозванится, специальный пульт есть, вывода будут. Если где-то утечка воды, то сразу покажется. Вот для этого делается система отдыха. Сейчас работы по обновлению тепломагистрали ведутся в Бастандыкском районе на пересечении улиц Наваи Турайгырова и Помаркова от проспекта Аль-Фараби до улицы Попова. В Медеуском – на улицах Байжанова и Хаджимукана. В Алмалинском – по Курмангазы от Чайковского до Валиханова. По Маметова – от улицы Валиханова до улицы Панфилова. В квадрате улиц Макатаева, Панфилова, Маметова, Чайковского. В Ауэзовском – по Тулеби между улицами Мотызалки и Саина. Перед закрытием дорог составляется организация дорожного движения, карта. Эта карта согласуется со всеми городскими службами, управление автомобильных дорог, управление пассажирского транспорта и управление дорожной полиции. Там все схемы, все прилагаются, объездные дороги, все предусмотрено. С 10 июня будет закрыт проезд по проспекту Сейфуллина от проспекта Раимбека до улицы Жибек-Жолы. Этой зимой там был аварийный прорыв теплотрассы. Работы ведутся поэтапно. Какие-то участки уже близки к завершению. В целом до конца летнего сезона реконструкцию теплосетей планируется закончить. Тахмина Малдыбекова, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.